Прежде всего, Михаил Сергеевич, хочу вам и через вас выразить свою благодарность за активную позицию наших профсоюзов в выборной кампании. Очень многое зависело от организованности проведения этой кампании, и профсоюзы внесли достойный вклад в организацию проведения этой кампании. Мы договаривались, что профсоюзы примут активное участие в этой кампании, помогут ее организовать на местах, что было и сделано. Второй вопрос – вопрос съезда. 8-й съезд в феврале месяце. Я поручил главе администрации и правительству подключиться к этому процессу, не только самого проведения съезда, но и, если нужна будет поддержка на местах, чтобы могли организовать выборы делегатов, чтобы это было демократично и прилично, чтобы пальцем потом не тыкали, потому что желающих же много. Даже после сегодняшнего разговора начнут обвинять профсоюзы, что они уже партией стали и чуть ли не главную роль играют в политическом процессе. Ну, на этом заморачиваться не надо, вы человек опытный, я это знаю. Ну и чтобы профсоюзы гордились той ролью, которую они сегодня играют в нашем современном обществе. И основу составляют люди, которые трудятся, работают, а не занимаются политиканством и хождением по чистым и уютным минским улицам. Непростое время. Люди разные, естественно. Кто-то так, кто-то этак будет судачить по этому поводу. Но все должны понимать, не дай бог, какие-то трудные времена нам понадобятся. И профсоюзы, и комсомол, по-старому говоря, наша организация молодежная. Все организации будут задействованы, не дай бог, конечно, этих трудных времен. Поэтому мы ориентируемся стратегически и выстраиваем свою жизнь. И люди должны это понимать. Поэтому съезд мы должны провести достойно, должны провести красиво. Мы сейчас рассматриваем график президента. Я думаю, что я с удовольствием побуду на этом съезде. Спасибо, товарищ президент. Тем более такой политически важный год, президентские выборы, потом Всебелорусское народное собрание, которое выработает стратегию на перспективу. Профсоюзы, опять же, здесь должны сыграть значительную роль. Поэтому нынешний съезд имеет большое значение, особое звучание. Товарищ президент, позвольте благодарить вас в целом за поддержку самых важных вопросов, которые мы, профсоюзы, выдвигаем и инициируем. Мы всегда находили у вас поддержку, и для нас это очень важно, и ваше понимание наших предложений, наших инициатив. И в первую очередь я хотел бы поблагодарить вас за поддержку наших инициатив по усилению гарантий трудящихся Трудового кодекса.